проникновение в душу человека, чтобы душа откликнулась, что Слово Божие живо и действенно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», 7 том. Тема «Семья». Вопрос 1828. Почему все жития направлены против семейной жизни? Разве у самих этих монахов не было матерей, сестер? Отчего так настойчиво они добивались ухода из семьи, прославляли этот уход от жены, от детей, от родителей престарелых? Ответ Игнатия Лапкина. Это монашеское неприятие семьи есть нарушение прямых заповедей Божьих, которые исходят прямо из рая. Бог везде благословлял брак, и спасение для семейных не ограничено. И даже много удобнее, чем неженатому. Меньше искушений, воспламенений, разжиганий. Но семейный связан делами житейскими, и об этом нужно скорбеть. О том, как много семья поглощает времени, средств. 1 Коринфянам 7 глава 28-29 стихи. «Впрочем, если и женишься, не согрешишь, если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковы будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие». Терентий. Память 28 октября. Блаженный Терентий, благочестивый христианин, сочетался с законным браком, с единоверную Неонилою, и от сего брака родились у них 7 детей – Савил, Фот, Феодул, Иеракс, Нит, Вил и Евнике, коих они воспитали в благочестии. Когда дети вместе с родителями были схвачены нечестивыми и представлены на беззаконное судилище, то ясно исповедовали Христа и хулили идолов. Макарий Египетский, память 19 января. Однажды, когда преподобный Макарий молился, к нему был голос, который говорил: «Макарий, ты не достиг еще такого совершенства в добродетельной жизни, как две женщины, проживающие вместе в ближайшем городе». Получив такое откровение, преподобный взял свой посох и пошел в тот город. Найдя там дом, где жили означенные женщины, Макарий постучался в дверь. Тотчас одна из тех женщин вышла на стук и, увидав преподобного, с великою радостью приняла его в свой дом. Призвав к себе обеих женщин, преподобный сказал им: «Ради вас я принял на себя такой великий подвиг, придя сюда из дальней пустыни, ибо я желаю знать ваши добрые дела, о которых и прошу вас рассказать мне, ничего не скрывая». «Поверь нам, честные отче», — отвечали женщины, — «что мы еще прошлую ночь разделяли ложе свое со своими мужьями. Какие же добродетели ты желаешь найти в нас?» Но преподобный настаивал, чтобы они рассказали ему образ своей жизни. Тогда, убежденные им, женщины сказали: «Мы не были родственницами между собой прежде, но потом мы вышли замуж за двух родных братьев. И вот уже 15 лет мы живем вместе в одном доме. Во все время своей совместной жизни мы не сказали друг другу ни одного злобного или дурного слова и никогда не ссорились между собою. Но до настоящего времени прожили в мире и согласии между собою и недавно единомысленно решили оставить своих плотских супругов и удалиться в сон святых дев, служащих Богу. Но мы не можем упросить наших мужей, чтобы они отпустили нас, хотя с большой настойчивостью и многими слезами молили их об этом. Не получив желаемого разрешения, мы заключили завет с Богом и между собою не произносить ни одного мирского слова до самой смерти нашей». Выслушав их рассказ, преподобный Макарий сказал: «Поистине Бог не ищет ни девы, ни замужней, ни инока, ни мирянина, но свободного намерения, принимая его как самое дело, и добровольному произволению всякого человека подает благодать Святого Духа, действующего в человеке и управляющего жизнью. Богу нашему слава во веки веков.
Аминь. То есть это оживление этих вопросов.